Что он сделал с моим пианино? Подожди, это он сделал? Убери телефон, сказал. Что, зачем? Что он сделал, знаешь? Он опять послал директор туда, куда он любит. Послал и снял это на телефон? Да. Зачем? Смотри, какой наглый сидит. Блин, Лёх, я... Ну я забираю телефон тогда у него. Да. Да, ты у меня забираешь. Опа. Что ты собрался? Что ты делаешь, Лёх? И что ты задумал? Что ты собрался делать? Сейчас я возьму и сломаю тебе твое пианино полностью. Хватит, Лёх, всё, хорош. Не надо, что ты... Хорош, пожалуйста, не трогай надо, ничего. Что ты делаешь, Лёх? Ребята, ну у меня нет слов, то, что произошло с пианино. Короче, ставь лайк и смотри, что будет дальше, потому что это вообще... Друг, ты можешь стать владельцем сервера на нашем сервере в Майнкрафте и получить почти такие же права, как у меня. И сейчас действуют зимние скидки в 97%, поэтому не упускай свой шанс, гоу к нам. Стать владельцем сервера ты можешь прямо со своего телефона на нашем сайте Сержокрафт. Просто вбивай свой ник и покупай владельца по скидке. Став владельцем, ты сможешь сделать себе такой же префикс, прям как у меня. Вот я сделал себе префикс ютубер, но ты можешь сделать себе любой другой префикс. А можешь вообще скрыть свой префикс, и грифер не поймет, что ты владелец сервера. Как владелец, ты сможешь выдать себе кучу денег и стать самым богатым игроком на сервере. Ты сможешь превратиться в магма куб, чтобы троллить грифера. Владельцу доступен доступ к региону грифера, и ты сможешь сломать его дом, став магма кубом. Также ты получишь доступ к его сундукам с алмазами и сможешь сломать их. Ну так уж и быть, давайте-ка обратно превратимся в игрока. Став владельцем, ты сможешь кинуть грифера. Ты получишь доступ к топорику, и ты сможешь быстро сетнуть себе абсолютно любые блоки. Только владелец сервера может построить себе абсолютно любой дом и защитить его от всех гриферов с помощью команды Protect. Благодаря команде Protect ни один грифер не сможет сломать дом владельца сервера. Грифер получит сообщение, что регион владельца сломать нельзя. Кстати, ты сможешь телепортировать грифера к себе и научить его летать с большой высоты. Только владелец получает защиту от килла, от кика, от мута, от бана. Все эти права ты получишь, если станешь владельцем сервера на нашем сервере Сержокрафт. Сейчас действуют скидки 97%, поторопись, гоу! Привет, заходи! Опять у нас. Слушай, ну новый... Заходи, заходи. Новогодние праздники не закончились. Это кошмар, просто у нас опять... Подожди, я не раздел обувь сейчас. У нас просто кошмар, все как обычно, я не знаю, что мне делать. Я не пойму, ну что опять у вас случилось? Ну, Лёв, что ты опять натворил? Короче, во-первых... Я пришел. Мне опять позвали. Что такое? Во-первых, что он сделал с моим пианино? Подожди, пианино? Увлечение было в какой-то веке, да, играть. Во-первых, что он сделал... Подожди, это он сделал? Что ты говоришь, заслужило. Да, это подожди, ты сломал... Подожди, а все что ли, сломали? Я не знаю пока, как это можно восстановить. Нельзя, пока вроде еще играет там более-менее. А, играть можно, да? Телевизор разбил от бабушки, пришлось забрать старый телевизор. А теперь он это... Еще я его... Убери телефон, сказал. Что, зачем? А, кстати, ты же телек разбил, да? Да, говоришь? да. И, я говорю, мало того, что это, еще и позвонили. Я уже почти договорилась со школой, уже практически все сделала. Что он сделал, знаешь? Я не знаю. Он опять послал директора туда, куда он любит. Подожди, что ты сейчас... Он подожди. Директора послал, и еще он снимал на этот телефон, понимаешь? Подожди, реально? Снимал на этот телефон. Да, он реально снимал. Лёх, ты что, директором послал и снял это на телефон? Да. Зачем? Просто какой-то кошмар. Я не знаю, я только заслужила, понимаешь, что? Я, оказывается, заслужила. Вот, и я не понимаю, что с этим делать. Нет, его уже исключали. И вот именно что, я пришла, договорилась, все решила. Какие-то ему там условия стали ставить, на что он вот это сделал, еще и на телефон снял. Ну это что такое? Подожди, ты послал директора и снял это на телефон. Тебе как это в голову пришло? Решил снять. Решил снять, вот это у него единственное. Вот это нормально, то есть послать. Все разобрал. Лех, это ненормально. А подожди. Это просто кошмар. Так его теперь точно исключат, или что? Конечно, как? Исключат. Я не знаю, я пока не была. Я боюсь, я не знаю, что делать. Мне позвонили, сообщили, сказали, что мне нужно прийти. Я не знаю пока, что делать мне. Это кошмар. Может, это видео показать им, мол, типа, все, ты... Я думаю, что да, я просто так же тебя позвала, потому что я уже не знаю, что делать. Дома все рушат, в жизни своей все рушат. Это просто какой-то кошмар. Все, Лех, что ты делаешь? Зачем? Я тебе все сказала, у тебя не будет никакого телефона. Че, почему? У тебя, потому что отправлю еще тебя к бабушке. Отправлю тебя к бабушке. Будешь там без компьютера, а телевизор я уже у бабушки давай. Забрала. Куда я не поеду? Поедешь, Лех, куда ты денешься? Тебе в последнем ролике 4500 комментариев, кстати, написали. Да. И тебе в поддержку. Поддерживали меня. Вот, они не понимают. Вы себе свое мнение делали. Да что ты говоришь? Ты зачем так про них? Кстати, они многие были на твоей стороне. Зачем ты это все делал? Зачем ты? Тебя из школы сейчас исключат. Зачем? Но ты телек разбил, смотри. И мне кажется, у него никаких ценностей уже нет. Школа, не школа. Я говорю, уедешь к бабушке, будешь сидеть без гаджетов, будешь там, я не знаю, заниматься, может быть, учебой наконец-таки и так далее. Понял? Смотри, какой наглый сидит. Блин, ну, Лёх, все, я забираю телефон тогда у него. Нет. Да? Да, ты у меня забираешь. Опа. А, что я сказал? Ну и даже собаку убил. Ну и правильно. Все понятно. Да? Да ты что? Что?
разобрался. Что ты делаешь, Лёх? Лёх, да погоди, не трогай. Хорошо. Ты уже и так сломал. Вот. И что ты задумал? Что ты собрался делать? Сейчас Лёх. Я возьму и сломаю Лёх. Тебе твое пианино полностью. Хватит, Лёх, всё, хорош. Не надо что-то. Что хватит? Положи телевизор сломать. Лёх, ну ты уже сломал телевизор. Ты хочешь сломать эту штуку? Положи обратно. Да, я хочу это сломать. Не надо, это пианино. Я смогу починить его, а сейчас после этого... Подожди, да, Лёх, погоди. После этого ты его точно никогда не починишь. Только клавиши, сейчас починит клавиши и все. Ничего трогать, я тебе говорю, не надо. Тут я тебе говорю, я тебе его сейчас разломаю. Ребята, как вы видите, мне приходится просто удалять и обрезать часть кадров, потому что я не могу такое выложить. Поэтому мы и создали страницу на Boosty, ребята, потому что огромное количество кадров просто не попадает никуда. Мы вырезаем эти моменты и все, они испаряются. Поэтому мы решили создать страницу на Boosty, где каждый по подписке может увидеть все эти моменты, потому что эти моменты просто не выходят никуда. Но теперь они выходят на Boosty, ребята. Цена подписки 250 рублей. Просто не поймите нас неправильно. Этот год был необычный. Вы сами знаете, что происходит с монетизацией на Ютубе. Поэтому мы решили открыть страницу на Boosty, где как раз таки можно увидеть продолжение всех этих моментов, ребята. И цена подписки 250 рублей, чтобы каждый из вас при желании мог вполне себе оказать огромную поддержку нашему каналу, огромную поддержку мне, и также смотреть продолжение вот этих вот сцен. Друзья мои, вот она, наша официальная страница. Вы сами можете ее посмотреть. Здесь пока что один подписчик. Как говорю, мы еще не делали рекламу на это, поэтому вы будете сейчас первый смотрите на эту страницу. И как вы видите, вот здесь написано «Леха разносит пианино». Вот, пожалуйста, это видео, но чтобы посмотреть, нужен уровень антигрифер. Вот как раз эта подписка антигрифер для вас за 250 рублей в месяц. Вот эти возможности, которые вы можете получить, ребята. Друзья мои, вот так будет выглядеть страница с компьютера, ребята. Вот эта подписка антигрифер. Она называется антигрифер, потому что каждый, кто ее оформит, будет антигрифер. Да, все сходится. Возможности вы получаете вот эти, можете сами почитать. Дополнительные посты, фото, видео. Также вот эти все возможности вы можете ознакомиться здесь и прочитать. Вот это само видео, разносит пианино. Если вы хотите его посмотреть, а здесь будет это продолжение, да, вы видите этот кадр, посмотрите, который не войдет никуда, но он будет вот здесь. Вы нажимаете подписаться, ну а дальше вот вы видите, через что можно сюда войти. Либо по телефону, либо вот по этим всем штуковинам. Ребят, вы также легко можете зайти на нашу страницу со своего телефона. Вам даже не обязательно иметь компьютер. Вот так это выглядит, вы просто заходите сюда, по ссылочке, вот здесь есть это видео. Вы можете легко посмотреть видос по телефону. И нужен уровень антигрифер. Также нужно нажать подписаться, и дальше вы все увидите. Вам нужно залогиниться и просто стать подписчиком. Также здесь есть кадр также вот с бабушкой, который не вошел. И дальше здесь и будут, естественно, новые кадры. Все прибавляться и прибавляться, потому что иначе эти кадры просто удаляются, никуда не деваются. Я решил именно сделать так. Вот если здесь также нажать с телефона об авторе, вы увидите вот здесь описание, которое я написал. И дальше идет уровень подписки. Также антигрифер вы можете его оформить. Ну и мощный антигрифер для уж особых ярых, так сказать, антигриферов, я не знаю. Вот. Набираем подписчиков, и чем больше будет подписчиков, тем больше будет здесь таких фрагментов. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, все поймете правильно. Ссылка в описании под видео. Го! Леш, пожалуйста, не надо. Нет, хорош, не пожалуйста, не трогай надо, ничего. Что-то... Что ты делаешь, Лёх? Лёша, не надо! Не ломай пианино! Довольно! Ты что сделал? Это пианино. Ты же что-то натворил. Лёха! Что, молодец? Ты что вообще сделал? Лёха! Что? Это пианино. Это... А я тебя предупреждал. Я тебе говорил, я его разломаю. Лёх, ты так себя не ведут, Лёха. Ё-моё! Блин, Лёх! Слушай, там, честно сказать, я такую как бы смену кадров сделал, потому что то, как он ломал пианино, ну, здесь это не будет видно. Получается, никто не увидит, да, что происходило. Слушай, я просто... Я... Не знаю, как тебе сказать. Я хочу сказать, что у нас очень много таких моментов, которые не может посмотреть зритель. По понятным причинам. Потому что сейчас, ну ты видел, что он делал? Я же снимал это все, ты же знаешь, что сейчас было. Сейчас это тут нельзя посмотреть. Но вот многие знают такую платформу, как Boosty. Там, короче, можно публиковать вот как раз вот этот вот контент. То, что сейчас вот это все творилось. То, что ты, Леха, сейчас наделал. Вообще, вот это так жестко.
Потому что я часто вырезаю сцены, понимаешь? Вот у вас, когда бывают вот эти все моменты, я вырезаю эти сцены, потому что, ну, то, как ты, Лёх, разговариваешь, это вообще не... И то, что ты сейчас творил, это вообще ненормально. Вот как раз, ребят, я сейчас монтирую, сзади меня вы видите весь этот монтаж. И вот, если вы станете антигрифером на нашей странице, выбрав такую подписку, вам будет доступно вот это дальше видео, вот это продолжение прямо с телефона. Вы сможете просто на него тыкнуть и включить как бы эти моменты. Мы нажимаем, дальше мы видим, как идет продолжение всего этого момента, что будет дальше, и все вот эти моменты, которые мне просто приходится как бы убирать из монтажа и просто бесследно куда-то испарять, они теперь здесь. Все это доступно по подписке антигрифера. Цена 250 рублей. Вот дальше тут будет. Вот. Ну тут как бы да, вот эти все моменты. Поэтому ждем вас там, кто хочет. А на Бусти тоже комментарии могут оставлять, ребята. Могут, все, да. Короче, это все. И так меня поддерживают здесь, поэтому я иногда закрывают, не все разрешают комментировать. А мне бы хотелось просто, чтобы я читал и поддерживал. Вот, я решил. В этом году уже создана страница на Бусти. И чтобы ребята туда шли, там есть подписка, да, платно, но зато поплатно люди будут поддерживать и канал, и все, потому что ситуация с монетизацией непростая, и все. И очень много кадров просто, просто сюда не выложить. Ты понимаешь, ты же видел, что сейчас творилось? Как это можно... Шок, я даже не знаю, у меня... Ты как, не против? Я хочу, чтобы вот на Бусти все это было, и чтобы зрители вот туда приходили, там зрители посмотрят. Кстати, все, вот то, что сейчас творилось, да? Вот смотри, я бы сейчас, если Бусти не было, просто бы вот вырезал момент, и с этого бы сейчас начали. А там можно все это посмотреть. Поддержка обязательно будет, и может быть какие-то отдельные моменты, может, да, мы можем туда будет выкладывать. Может, например, ты будешь снимать, как там, ну, на телефон снимешь, как Леха уроки делает. Какие-то такие, не всегда я могу прийти. Привет. Конечно, когда-нибудь. Или как, например, если ты видишь, что он переигрывает телефон, ты можешь это заснять мне и показать. Например, я же не всегда могу прийти. И все это там будет публиковаться, там зрители реально будут вот... Да. Я просто не хочу, чтобы выглядело все типа меркантильно, понимаешь? И поддержка огромный канал уйдет, потому что, я не буду отрицать, что деньги всегда нужны. Вот, смотрите, тебя поддерживает собачка. Ребята, пишите комментарии. Да. Смотри, даже как ты... Вот жалей, вот пианино сломал. Слушай, ну это еще не самое страшное, да, пианино? По сути, оно... Дорогое. Сколько оно стоит? Дорогое? Ну так не сильно, ну 30. 30? Правда, этих денег же нет, вот так, чтобы просто ужин. Спасибо, Жоша. Давайте я помогу, что ли, убрать, наверное, как-то. Или что, выкидывать это же будет? Конечно, выкидывать. Чего уже садить? Кто из-за этого здесь? Как склеивать по мелким деталькам? Какой кошмар. Слушай, я пойду это все выкладывать. Конечно. Ребята, надеюсь, вы про, как бы, правильно восприняли информацию про Бусти. Там, если что, пойдет. Это по желанию. Кто хочет, да? Там, если что, тебя будут смотреть и писать там тоже тебе комментарии. Я буду очень благодарна. Все, Леха, разочаровал ты. А, ну я сейчас выключаю камеру, но я тебе помогу вот это все. Хорошо. Я не пойду, я сейчас все это помогу. Хорошо, спасибо. Ребят, вот такая вот концовка к видео. Вот такой сейчас будет честный, ребята, разговор. Да? Я очень, так сказать, боялся открывать эту страницу и боялся как бы о ней вам говорить, потому что многие из вас скажут, все, скатился, продает, значит, эти фрагменты, а что они не могут быть в общем доступе вот здесь, да. Я на самом деле боялся всех этих мыслей, и, возможно, часть из вас так и подумает. И я думал, долго делать это или не делать, но просто, ребята, эти фрагменты тогда никуда не пойдут. Вообще, абсолютно. И очень часто нам приходится убирать эти моменты. И вы сами знаете, как в прошлом году с монетизацией было достаточно непросто. И мы решили вот так сделать, чтобы и кто решит оформить подписку, просто окажет огромную поддержку каналу. И также сможет там общаться, и также сможет видеть эти кадры, и мы как, ради которых как бы будет целая съемка, это все как бы и затратно, и по ресурсам, и по времени, это целая, я бы сказал, это целая как бы работа. Поэтому очень буду рад каждому из вас, каждому при желании, кто захочет стать там подписчиком, кто захочет стать там антигрифером, 250 рублей, сделали цену специально, чтобы каждый из вас мог стать. Это, я считаю, что нормальная цена, никаких 5 тысяч, никаких 10 тысяч, поэтому надеюсь, вы поймете правильно.
как бы не будете ни обижаться, ни ругаться. Я надеюсь, вы все поймете правильно, ребята. Ссылка в описании под видео, все в описании под видео. Там поддерживаем всю их ситуацию. Все будет там. Вы там сможете это все увидеть. Спасибо за внимание.